сидел в зале сверху, где балконы были. Вот, услышали выстрелы, сначала не поняли, что произошло. Потом лично увидел, как террористы зашли, начали расстреливать всех, кинули в итоге молотов, все подожглось. Нас повели к выходу, в итоге выход был заперт. Мы бегали по всему Крокус-Сити, пытались найти выход, но было безуспешно. Вот. Зашли в подвал Крокус-Сити, холла, и дождались МЧС, и вот вышли. So guys, for those who are asking, we are safe, but wow, yeah, that is scary. Like, this is one of the biggest attacks I've ever had here, in Moscow especially. And I've been here for almost 12 years, and oh my god, this is huge and so bad. Almost more than 40 people dead and 100 injured. Yeah, and it's sad evening here in Moscow.